Всем салам алейкум. Решил снять вторую часть, можно сказать, такую мини-обзорчика про своего коня. Первая часть первого видео на канале уже есть, уже как год там. И хотел бы оставить такой маленький обзор про полукровного кабардинца. Сейчас только прокатился на нем, приехал по вот этим большим горам. Хочу сказать, что идет он очень-очень хорошо, очень выносливый, нереально просто выносливая лошадь, крепкая, хоть и так выглядит немножко мелкого роста. Ну куда унес на седло? Молодец, молодец. Что, все, давай, короче. Кто держит лошадей, пишите в комментариях. Я комментарии читаю, каждый постараюсь отвечать.